Геннадій Гудков – депутат Держдуми Росії з 2001 по 2012 роки. Позбавлений мандата через участь у мітингах проти фальсифікації результатів президентських виборів у 2011 році. Вважає, що революція гідності – це крок України до Європи і одночасно добрий крок для авторитарної влади Кремля. У неділю по всій Росії відбулися наймасовіші за останні роки мітинги. Близько 60 тисяч людей, переважно молоді та мешканці великих міст, протестували проти корупції у вищих ешелонах влади та вимагали відставки голови російського уряду Дмитра Медведєва. Чи загрожують Путіну масові акції протесту? Якщо б я був Владимиром Владимировичем, я б, наверное, був більш адекватен в оценке ситуации, уж совершенно точно бы не стал тысячу человек задерживать и бросать в автозаки и громить офисы, громить журналистские редакции, сажать журналистов и так далее. Потому что это, как говорится, очень сильно накаляет ситуацию в конечном итоге. Я давно призывал власть к диалогу, который должен быть сведен к плану проведения глубоких политических реформ в России. Без этого Россия обречена на бунт, революцию, потрясение, гражданскую войну, территориальный распад. Совершенно очевидно, что к этому все идет. Власть пока избрала путь, мы идем до конца закручиваем гайки, а там посмотрим. Похоже, что в России точка невозврата, которая отделяет относительно мирный компромиссный процесс от каких-то потрясений, возможно, уже пройдено. Силовий розгін мирних демонстрацій – це репетиція майбутніх виборів президента Росії у 2018 році. Про це пише польська газета «Виборча» у статті «Арешт Навального. Передвиборчий фальстарт Путіна». Які шанси у Навального очолити Росію? Якщо вибори будуть сьогодні, ніяких. То буде через 2 роки чи 1,5 роки, ми з вами не знаємо. Я не думаю, що альтернатива должна быть только такая, что либо Путин, либо Навальный. Это неправильно. Если мы строим авторитарное государство и фамилию Путин заменяем на любую другую, даже очень приятного, харизматичного человека, по большому счету это ничего не меняет. Это просто отсрочка краха России полного, тотального. Если мы действительно строим демократическую страну, то я вообще сторонник перехода на парламентскую республику, когда премьер-министр, который получает мандат от политических сил, победивших на выборах, становится фактически главой государства. Президент сохраняет функцию гаранта конституционных прав и свобод. Пора отходить от вождистской, фюрерской формы правления. В понеділок акцію протесту розпочали й російські дальнобійники. З вівторка у Краснодарському краї триває тракторний марш фермерів. Вони протестують проти корупції та незаконного захоплення їхніх земель. Хвиля протестів у Росії буде продовжуватись. Ну, конечно, будет, потому что есть высказывание Джона Кеннеди, тот, кто делает мирную революцию невозможной, делает насильственную неизбежной. Вот в России перекрыты все легальные каналы власти общества. Нет ни выборов, нет ни судов честных, нет ни гражданского общества, нет независимых СМИ. У нас политическая цензура жуткая, в общем-то. По большому счету, она даже иногда превосходит советскую. Совершенно очевидно, что осталась только последняя единственная форма. Это выход людей на улицы и высказывание все, что они думают о власти в различных уличных формах.